Всем привет! Меня зовут Саша, вы на канале по ссылке из Китая. У меня есть также второй канал, на котором я выкладываю результаты конкурсов, которые провожу именно на этом канале. Посмотрели видео, внизу по ссылочке можете ознакомиться с условиями конкурса, выполнили все условия, и я желаю вам победы! А мы переходим именно к распаковочке, так как находимся на основном, на первом канале по ссылке из Китая. Так, здесь, скорее всего, находится какое-то то ли стекло, то ли может какой-нибудь корпус. Да, здесь стекло. Китайцы всегда пакуют стеклышки вот в такую упаковку. Ну, как правило. Поэтому они всегда доходят в целости и сохранности. Здесь у нас вот такие защитные стекляшки. Защитная стекляшка на яблоко 6 или яблоко 6+, что-то такое. Заказывал не для себя. Также имеются какие-то еще штуковины непонятные. Я, если честно, даже не знаю для чего. Человек обрадуется, потому что изначально, когда я делал заказ, я ему сказал, что будет только вот сама эта стекляшка. А тут ему какие-то дополнительные бонусы и плюшки. Никогда себе не заказывал никакие защитные стекла. Один раз только заказывал себе чехол. Но после этого я им не пользуюсь. Не нравятся мне такие вещи. Так, а мы открываем следующую посылку. Вот что-то здесь мягенькое, а здесь что-то тверденькое. Давайте откроем с твердой стороны. Так, здесь у нас находится пауэрбанк. Ну, или что-то похожее. А здесь находится просто упаковочный материал. Но китайцы не допаковали, так сказать. Не суть. Сейчас посмотрим, приехал ли он к нам в целости и сохранности. Что-то ужасно болтается. Имеется кнопочка, нажимается. Гнезда. USB. Micro-USB. А, вот планочка. Для этого дела, чтобы был культурный вид. А то я думал, она такая страшненькая морда получается. А нет. Все красиво, все здорово. И у нас... есть отсек на 3 батарейки 18650. Сама вот эта штуковина металлическая, сам корпус, здесь, естественно, пластик. Если вы любитель носить с собой пауэрбанки, если вам постоянно вашим гаджетам не хватает энергии, я думаю, такая вещица вам пригодится однозначно. Докупайте отдельно батарейки. Ставите, у вас получается дешевый бюджетный пауэрбанк. Своими руками. А мы давайте откроем следующую посылочку, посмотрим, что здесь приехало. О, приехал мой проводок. Вы знаете, я его заказал, наверное, ну, дней 15 максимум назад. Это очень-очень редко, когда в Беларусь приезжают так быстро посылки. Правда, вместе с ним я заказывал еще одну штуку. И я так понимаю, вот маленькая посылочка. Точно так же с этого магазина, у этого продавца, я заказал две разных посылки. Упаковал в два пакета, ну хорошо, будет у меня больше посылок на распаковке. Хотя он мог отправить все одним пакетом, ну это его право. Так, и что мы здесь имеем? Два разветвителя. Первый разветвитель у нас идет на джек 3,5 и здесь два гнезда. На микрофон и на наушники. Здесь же у нас идет обратная ситуация. Идет джек 3,5 микрофон, джек 3,5 наушники. И объединяется это все в одно гнездо. То есть можно сделать вот так. И как будто у вас просто удлинитель. Но по сути эту штуку я заказывал для того, чтобы потестить, поиграться с микрофоном своим Boya BM1. Который заказывал давновато. Ну, я им до сих пор не пользуюсь. Не знаю, не разобрался, чего-то не получается у меня. Звук какой-то корявенький выходит. Может быть, надо где-то программно в настройках копаться, ковыряться. Ну, пока не умею, пока особо не знаю. Поэтому решил поиграться, попробовать с различными разъемами. Может быть, получится как-то наладить звук. Потому что в данный момент звук у меня пишется именно с камеры. Внешние сторонние микрофоны никакие не подключаю, обработку звука не делаю. Только видео иногда немножко редактирую.
Так, здесь у нас резинотехническое изделие номер один, как в Советском Союзе. Поэтому открываю очень осторожно и нежно. Купальный сезон закончился, но я решил себе заказать вот такой маленький бассейн. Единственное отличие этого бассейна, что он предназначен для кинетического песка. Если ваш ребенок играет с кинетическим песком, вы не знаете, как его, куда расположить, чтобы он у вас не особо намусорил, ничего. Покупайте вот такую штуковину, надуваете ее, и он балуется с этим песком, он находится у вас внутри. Ничего не вывалится, ничего не разбрасывается. Штука стоит достаточно дешево. Ценник увидите на экране. Я думаю, пригодится однозначно. Ну, пахнет, как все резиновые надувные шары. Так, и у нас следующая посылочка, следующая распаковочка. Что-то большое. Я даже не догадываюсь, что здесь, потому что вроде ничего такого не заказывал. Вот что. Это у нас детская игрушка. Так, эта штуковина вот так светится. Одеваете ее сюда. Здесь есть конкретные пазы, в которые она должна попасть. Только здесь все это такое качество, конечно, хреновенькое, обработано все. Давайте вот это доработаем. Сейчас главное пальцы себе не доработать. Стремно так как, а? Таким ножиком резать. Тут паз какой-то есть еще вот здесь. Не знаю, он доточен, не доточен, но он хрен выскочит, если честно, если я ее буду запускать. А, вот. И если резко вот так отпускаете, эта штука улетает. Достаточно прикольно. Если получится, я запишу видео на улице, покажу вам, как это все работает, как это летает. И у нас последняя посылочка на сегодня. Все ссылки на товары вы найдете внизу под видео в описании. Вы это сами все прекрасно знаете и понимаете. Описание — это та штука, которая находится под видео. Ну, если вдруг кто-то первый раз на YouTube, там же вы найдете ссылку для экономии на покупках AliExpress, а также других интернет-площадках. Экономия не очень значимая, в районе 5%, но все же, если вы сделали много покупок, либо покупки на большие суммы, 5% это тоже деньги, согласитесь. Так, а здесь у нас находится алмазная вышивка. Первый раз сталкиваюсь с такой продукцией. Заказывал много различных, но приехала пока что одна, вот такая. Как это, что происходит, понятия не имею. Никогда, говорю, не, до этого не сталкивался с этим. Но видел у людей на обзорах, что они это заказывают, и решил заказать себе. Точнее, ну не себе, может жена побалуется, а может дети побалуются. В комплекте идет сама вот эта палитра, или как ее назвать, по-другому не знаю. Целая куча разных алмазиков, ну, стразиков. Все пронумеровано, 4, 5, 6, вот 1, 2, 3. И здесь у нас имеются таблица с кодами. Так, надо вам ее сфокусить. Вот, номер 1, код 1, ну и, соответственно, так далее. 9, 9 и бла-бла-бла. Ну, что-то здесь кодов 14, а у меня только 6 пакетиков. Хотя нет, вы знаете, он, наверное, внутри, там еще какие-то цвета просматриваются. Да, там еще будут. То есть здесь 14 разных пакетиков. Здесь у нас находится инструмент для того, чтобы все это дело нормально. Так, запасные пакетики положил продавец. То есть разрезали, если у вас что-то остается, высыпали в пакетик. Кто знает, что это такое, напишите, пожалуйста, потому что я далек от этого. Не знаю, как точно использовать. Ну, а вот это, я так понимаю, это какой-то шприц, пинцет, что-то такое, чтобы вот эти заклепки, алмазики доставать и приклеивать их сюда. Хотя вот это, наверное, может быть клей. Ну, как им тогда пользоваться? Если вдруг кто-то знает, обязательно напишите. Это были все товары на сегодня.
Обязательно подписываемся на канал. Подписаться кнопка где-то вот здесь находится или здесь. Ставим лайки, подписываемся на второй канал, чтобы узнать о результатах конкурса, который проходит и в этом видео, и в предыдущих, и в моих последующих. Поэтому, чтобы быть в курсе, будь моим подписчиком. Пока-пока!